Дорогие мои рерайтовцы и мои ученики, я сейчас прям президент. Ну нет, я ваша Оля, которая хочет вас, каждого, от всей души поздравить с наступающим Новым годом. Мне очень хочется, чтобы в Новом году все ваши мечты осуществились. Все, кто написал свои книги, чтобы ваша жизнь начала активно двигаться к этим вашим описанным историям, эмоциям, ощущениям и состояниям. Самое главное, помните о том, что каждый из нас является хозяином своей жизни. И каждый из нас уже сейчас имеет возможность создавать свою жизнь такой, как он того хочет. Поэтому главное понять, чего мы хотим, настроить свой мозг и, конечно же, держаться вместе. В 2022 году я приготовила для вас очень много сюрпризов, очень много новых классных программ, обновленный рерайтер и, самое главное, я приготовила вам себя. Я по-прежнему буду находиться рядом с вами, по-прежнему буду вдохновлять вас, мотивировать вас, держать вас за руку, когда это нужно, и разделять с вами все ваши самые яркие эмоции. Спасибо вам огромное за то, что вы провели этот год, может быть, месяц, неделю или даже день вместе со мной. Я вас очень ценю, и я от всего сердца шлю вам много-много заряда улыбок, энергии, побед, денег, личного счастья и всего самого-самого наилучшего. Присоединяйтесь к этой энергии, ощущайте ее, и пусть все у вас обязательно получится. И, конечно же, я поднимаю свой символический бокал Пепси за то, чтобы следующий год был просто офигенным. С Новым годом, друзья!